Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Человек с этим именем должен чувствовать себя свободным, всегда стремиться к активной жизни, полной приключений, неожиданностей и острых ощущений. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Они разносторонние и оригинальны, обладают богатым воображением. В них столько скрытой внутренней энергии, что она нередко выходит из-под их контроля, и тогда они становятся нетерпеливыми, нервными, импульсивными и склонные к необдуманным поступкам. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Вибрации этой личности направляют на достижение жизненной цели, которая представляет собой открытый вызов обществу, заставляет постоянно конфликтовать с миром и самим собой. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквой «Х», вы не встретите. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.